Сегодня, короче, в Ярославле просто аномальная температура. Жалко, не аномально теплая, а аномально холодная. Ниже нормы на минус 12 градусов. Ночью до минус 32 обещали. Сейчас посмотрим, сколько 8 утра показывает. Минус 27. Ой, то это настоящий, я думаю, все минус 30. Короче, молимся и надеемся, что машина заведется. Раз, два, три, господи. Фу. Ой, вообще завелась. Все, я думал, не заведется. Вот это да. Так что, кто там еще думает про то, чтобы переезжать в Ярославль, и что здесь тепло, вот такие аномальные морозы бывают, к сожалению. Все, всем тепла, добра, удачи.